Здравствуйте всем, меня зовут Ури. На сегодняшний момент мне 54 года, 53 года. В возрасте 36 лет, то есть 18 лет назад, я Безрат Ашем сделал брит в организации брит Йосеф Ицхак. Я хочу сказать всем, кто слышит меня сейчас и видит меня сейчас, никаких ощущений, неприятных ощущений, никаких болей ни во время брита, ни в период сразу после брита, ни в период заживания практически у меня не было. Это никак не брит никак не отрицательно не влияет ни на функцию мужчины, ни на его дальнейшую жизнь. После брита Безрат Ашем у меня родилось 5 детей. И я очень благодарен организации Брит Ицхак. Я советую всем, кто хочет сделать брит, но только сомневается и только боится, потому что боится боли и каких-то неприятных ощущений, не бойтесь. Делайте брит, и все будет хорошо.